Армсыздар, құрметті көрермендер, эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Сегодня в выпуске. Карагандинский пенсионер создал на своем участке райский сад. Будущие медики приняли присягу. Карагандинские дзюдоисты в очередной раз подтвердили свои умения на юношеском чемпионате. Трудовой спор между администрацией акционерного общества «АрселорМиттал Темиртау» и профсоюзом металлургов предприятия завершен. Сегодня в результате длительного трехстороннего переговорного процесса между акиматом области, правлением «АрселорМиттал Темиртау» и профсоюзом металлургов «Жактау» было подписано соглашение о повышении заработных плат работникам угольного и стального департаментов. В соответствии с соглашением компания повысит тарифные ставки и оклады более чем на 10%. По условиям соглашения уже в октябре стороны вернутся к переговорам о повышении заработной платы при условии стабилизации производства, отгрузки и наличию рынков сбыта. Также в октябре стороны проведут переговоры о внесении изменений в положение о порядке индексации заработной платы. Поддержанную не так давно главой государства идею о внедрении в стране института обязательного членства предпринимателей в Национальной экономической палате Казахстана «Атамекен» неоднозначно восприняли бизнесмены нашей области. По их мнению, такое объединение противоречит главному закону страны – Конституции. Этот вопрос стоял на повестке дня у карагандинских предпринимателей в рамках специального совещания. Национальная экономическая палата Казахстана, Союз «Атамекен» – это своего рода диалоговая площадка между предпринимателями и правительством. Не так давно Союз «Атамекен» предложил идею об обязательном членстве бизнесменов страны в Национальной экономической палате Казахстана, объясняя это в первую очередь необходимостью поддержки малого и среднего бизнеса в регионах страны. Понятие «обязательное членство» предполагает обязанность субъекта предпринимательства войти в структуру, которая априори защищает ее интересы. В случае невступления ее в эту структуру в обязательном порядке предполагает какую-то ответственность, возможно, административную, что нас очень серьезно смущает, что за то, что я не вступаю в ассоциацию, которая меня должна защищать, меня же ассоциация и наказывает. Бизнес-ассоциации не только Карагандинского региона, но и всего Казахстана весьма озадачены предложением. Дело в том, что такое объединение принудительного членства предпринимателей противоречит главному закону страны – Конституции, говорит Гульнара Курманбаева, представитель Ассоциации предпринимателей Карагандинской области. И мы настаиваем все-таки на том, чтобы это было не обязательное членство, но это было законодательно закреплено участие членства, дает нам определенные преференции, нам, а бизнесу определенные преференции и дополнительные какие-то возможности. Тем не менее, предложение об обязательном членстве бизнесменов поддержал глава государства Нурсултан Назарбаев. По его мнению, экономическая палата, которая является партнером правительства по всем вопросам, будет всячески предпринимателей поддерживать. Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Карагандинский пенсионер создал на своем участке райский сад. Преображать приусадебную территорию мужчина начал почти 10 лет назад. Сейчас же это настоящий оазис в черте города для карагандинца и его большой семьи. Ирина Камышова расскажет подробнее. Этот приусадебный участок 74-летний карагандинец Александр Боровков начал обустраивать в 2003 году. Всю жизнь мужчина проработал на шахте, а с тех пор, как вышел на пенсию, времени у него стало больше, и он начал претворять жизнь в задумки и мечты по созданию собственного сада. Место, где можно спрятаться от будничной суеты, назойливых взглядов соседей и расслабиться душой и телом. Все началось вот с этого родничка. Это гордость Александра Алексеевича. Его он сделал своими руками. Это у меня идея возникла такая, чтобы на воду смотреть, понимаете? Поэтому я решил вот это озерцо сделать такое, да? Ну, обыкновенно вырыл, значит, углубление, забетонировал его, чтобы вода не уходила. И потом начал камни, с супругой начали возить камушки, обложил все это. Потом на местных озерах, значит, растения все болотные вот эти там докопали. И вот, видите, прекрасно растут. А здесь проходит шланг просто, обыкновенный шланг. И там емкость у меня. Вот туда вот закачиваешь, и она по шлангу сюда идет. Еще в молодости Александр Боровков много рисовал, фотографировал и даже снимал кино. Отсюда столько идей и задумок в создании райского уголка. Вся дружная семья Боровковых помогает.
Супруга мне помогала. Вот эти вот камни все возить, собирать. Мы их везде собирали. И по сопкам, по горам, и где только можно. Вот эти камни мы с ней возили, все. Вот. Ну, дочка младшая мне помогает. А материалы откуда вы брали? Ну, материалы что тут? Природный камень, вот весь материал. Жираф, допустим, так. Вот, тигр там у меня, страус. Это с металла вырезано. Просто берешь лист металла, вырезаешь из него. Сначала картинку нарисуешь, потом вырезаешь. Ну и раскрашиваем. Вот. А некоторые вещи сделаны просто из бетона. Ландшафтный дизайн сложно представить без цветочных клумб. Кстати, к цветам семья питает особые чувства. Единственной музой этого творческого процесса для Александра Боровкова является его супруга. На огороде можно встретить маки, васильки, майорки, георгины и лилии. Много и живности в саду, как бутафорной, так и настоящей. Озерцо здесь живое, понимаете, у нас тут лягушки живут. Вот они весной икру мечут. И потом тут головастики, с них уже лягушата. Выскакивает интересно, прыгают, радостно всем. Правнуки приходят, тоже радуются. Семья у Александра Алексеевича большая. Две взрослые дочери, несколько внуков и любимая жена. Именно для нее, говорит пенсионер, создается все вокруг. Главное, чтобы понравилось супруге. В прошлом году они справили золотую свадьбу. Говорит, с молодости не расстаются. А этот живописный уголок словно дополнение к их долгой и счастливой совместной жизни. Сама Римма Федоровна Боровкова рассказывает о продолжателях доброй традиции родителей садоводов. Все это у нас общее, сообща, мы вместе. Все это вот, планируем, где какие цветы посадить. Вот. Ну и у нас еще и внуки занимаются творчеством. Вот Никита, пусть расскажет. Я жирафа помогал делать. Палки носил, доски, чтобы изготовлять его. Цветы посадил какие-то. Я много цветов посадил тоже с бабушкой, с дедушкой. Каждый вечер большая семья собирается у воды с осознанием того, как замечательно жить в доме, который они построили своими руками. Сюда, как в родовое гнездо, собираются их родственники, дети и внуки. Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Уважаемые телезрители, если у вас есть интересное хобби и вы хотите о нем рассказать, пожалуйста, звоните к нам в редакцию. Мы продолжаем наш выпуск. На прошлых выходных студентами Карагандинского государственного медицинского университета была принята военная присяга. Торжественное мероприятие проходило в воинской части «Зеленая балка». Студенты Карагандинского государственного медицинского университета должны запомнить на всю жизнь каждое слово, произнесенное ими клятва. Тогда они будут всегда ближе к простому человеку. Присягу приняли 104 студента. Курсанты воинской части находятся около месяца. Со дня прибытия сюда они, как обычные солдаты, проходили учения. Стреляли из автоматов, учились собирать и разбирать их. Одним словом, свои теоретические знания, которые получили в военной кафедре, они применяли на практике. Сейчас у нас заключительный этап. Мы приняли воинскую присягу. Но пока дошли до воинской присяги, мы как бы ощутили реально на себе, что такое военное дело, что такое именно форма. Вот, одели на себя берцы, именно ощутили всем телом, что такое вообще военное дело. Также во время прохождения мы ездили на стрельбище, мы научились стрелять с автоматов, научились хорошо маршировать, научились правильно собирать свои вещи, готовиться к отбою, к подъему. Все это для нас было новое. Военная присяга – это один из важных актов военной службы, с которым сталкивается молодой человек, вступив на стезю ратного дела. Только дав клятву служить Отечеству, вчерашний новобранец становится военнослужащим, говорит начальник военной кафедры. На протяжении веков текст священной клятвы так или иначе изменялся, но во все времена этот ритуал обозначал одно – присягающий народу и родине гражданин обязан честно служить стране и публично заявляет об этом. По госзаказу, согласно постановлению правительства номер 449 от 26 мая 2006 года, мы подготавливаем 100 студентов. Они после получения диплома, после окончания высшего учебного заведения, получают звание лейтенанта медицинской службы запаса.
Сегодняшняя дата для нас это знаменательный. Почему? Потому что военную присягу принимает офицер один раз в жизни. По словам организующей стороны, Карагандинский медицинский университет каждый год отправляет студентов на военные учения. Здесь они получают звание лейтенанта. Кроме того, курсант может получить специализацию военного врача. Именно им с детства мечтал быть курсант Илья. Думаю, что военное дело – это лично для меня. Это я с детства мечтал стать военным, но не получилось. Но будучи поступив в медицинский университет, довелась такая возможность поступить на военную кафедру. И вот я как бы стал военным уже на половину, но стал. Теперь осталось мне пройти до конца это военно-полевые сборы. И все, как бы можно сказать, моя мечта осуществилась. Я стал военным, как и мечтал. Мирамгуль Салкимбаева, Тулеген Рашид, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. К новостям спорта. В городе Жаксак Молинской области прошел международный турнир по женскому боксу. Обыграв спортсменов Украины, России и Кыргызстана, наши спортсменки с Караганды принесли золото, серебро и бронзу. Международный турнир по боксу среди девушек собрал 180 спортсменок из Казахстана, Украины, России и Кыргызстана. Крупные соревнования принимал город Жаксе Акмолинской области. В международном турнире приняли участие спортсменки из Карагандинской области, которые достойно представили свой регион. Карагандинскую область представили 11 девушек и женщин. В общем, и показали хороший результат. Завоевали 3 золота, 3 серебра и 5 бронзовых медалей. Среди победительниц и 15-летняя карагандинка Аида Бикеева. Боксом она занимается с детства. Золотая медаль у девушки не первая. Она многократно становилась победительницей в различных областных соревнованиях. Я заняла 3-е место, этому рада. И тренеру тоже спасибо. Жахибе Жан Айтянович и Кабьянов Марат. Жазира Абдраимова, Карят Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Юношеский спортивный форум «Дети Азии» считается своего рода олимпийскими играми и собирает под свои знамена большое количество спортсменов. На протяжении многих лет Казахстан принимает участие в этих соревнованиях. Вот и на этот раз спортсмены не остались без медалей. Юношеский международный чемпионат «Дети Азии», который проходит в республике Саха, проводится один раз в 4 года. В этот раз 33 государства привезли своих представителей, чтобы соревноваться в 18 олимпийских и неолимпийских видах спорта. Форум проводится под патронажем Международного олимпийского комитета и главной целью имеет укрепление дружбы между детьми Азиатско-Тихоокеанского региона. Эти игры уже 5-е по счету, являются серьезными стартами для всех юношей и девушек, начинающих свою спортивную карьеру. Казахстанские дзюдоисты в этом году заняли первое общекомандное место. Триумфаторы и творцы победы сегодня прибыли в Караганду, и прямо на перроне мы узнали у них, как прошли соревнования. Как первый сад вышел? Иран. Сильный соперник. Первый номер Ирана. Вот, если бы не тренера, я бы проиграл бы. Говорил, вот так бы раз и так. Вот, выиграл его. И за тройку Саха, республика Саха вышел. Вышел и удержание споймал, и сразу выиграл. Соперники нашим ребятам попались серьезные, ведь все они первые номера в своих странах. Но тем не менее, 2 медали за занятые 3-е места в весовых категориях 81 и 60 килограмм держали в своих руках Мамуржан Максат и Какима Фардак. Под руководством своих тренеров они сумели одержать победы. Что тут можно еще сказать? Карагандинская земля гордится своими спортсменами. Александр Крылов, Кайрат Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация, вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Сабон здар.